Кстати, в сентябре в Южно-Сахалинск с гастролями приедет мировая знаменитость – этнический певец, прославляющий древнюю культуру Сибири. Давайте узнаем подробности. Хедлайнер Универсиады в Красноярске, ООН и Бродвей в Нью-Йорке, ЮНЕСКО в Париже, лучшие сцены в 30 странах мира. Удивительный сплав горлового пения, аутентичных инструментов и электронной музыки. Гуруде. Впервые на Сахалине у нас состоится музыкальный этнопроект, который называется «Эналу», что в переводе с нивского языка означает «другая песня». В рамках этого проекта мы пригласили этнического певца Гуруде Руслан Ивакин, который родился на Сахалине, прожил в Хакасии и работает в Москве. Он работает в жанре этно и world music. Для нас важен визит Руслана Ивакина. В первую очередь, это сахалинский парень. Он был рожден в Ленинградском районе, в селе Вал. Он вырос. Первые 9 лет жизни прошли здесь, на нашем острове. И для него этот визит – это в том числе возвращение на свою малую родину. Сегодня у нас вообще существует большая проблема в национальных коллективах создания этнической музыки, поскольку носителей музыкального фольклора на сегодняшний день, к сожалению, уже практически нет, поэтому мы пытаемся сохранить и привнести нотку нового в этническую музыку, в традиционную музыку. Эта музыка будет у нас создана как раз в стенах Сахалинского областного центра народного творчества 25 сентября. Наш руководитель национальных коллективов и музыканты совместно с Гуруде будут создавать интересные мотивы на основе традиционных.